Вернисаж нашего городка. Я все забываю спросить. А где Виолетта, а? Где Виолетта? И вы не знаете, где Виолетта? Не знаете? Она почему-то перестала ходить на занятия. То есть никто не знает, где Виолетта, да? Ну ладно, ладно, ладно. Продолжим. Продолжим. Если художник оставил после себя хотя бы одну работу, которую будут помнить следующие поколения, то он уже прожил свою жизнь не зря. Например, все помнят, что, скажем, дама с горностаем, это да Винчи, или вот девочка на шаре, это Пикассо. Так. Это тут всякими художествами занимаются. Имею вопрос. Мальчик в голубом. Чья это работа? Слушайте, что вы себе позволяете? У нас тут идут занятия, понимаете? Так, ты пенсия, отойди. Тебя это уже не касается. Мужики, я повторяю вопрос. Мальчик в голубом. Чья это работа? Ага, молчи. Хорошо. Виолетта, доча, выйди. Только не плачь. Сейчас папка, все. Я еще раз спрашиваю. Чья работа, мальчик в голубом? Твоя работа, мальчик в голубом? Нет. Да вроде нет. А ты что глаза опустил, борода? Мальчик в голубом, твоя работа? Мужики, я спрашиваю. Кто пристроил мальчика в голубом вот этой девочке в розовом? Твоя? Отец, мальчик в голубом. Чья это работа? Мальчик в голубом. Работа неизвестного художника.